И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Wolves, а также на Lost Island. И сегодня я решил, что... с одной стороны, да, вот эту всю территорию зачищать нужно, а с другой стороны, чтобы строить и так далее, с другой стороны, мне нужны помощники для этого. Помощники это кто? Это Дядя Куруз, кстати, он один здесь тусуется, красненький, а какая разница, он даже такого левела будет достаточно добывать. Это Анкилка. Анкилка вроде бы как бы и зачем, но с другой стороны он будет добывать ягоду, то есть зачищать траву и добывать, собственно, ту самую ягоду. Ну и металл будет добывать. Была идея притомить Гигантопитека, господи. Он томится пассивкой. И лучше всего томить его киблами. Киблов у меня нету, сами понимаете, откуда мне взять с киблом. Поэтому правильно, он отменился, и именно в его пользу, точнее, в пользу Анкилки это и пошло, то, что Анкилку можно томить легко. Ну и третьих, это, конечно же, Аргентавис. Аргентавис мне поможет в дальнейшем томлении, что очень даже сильно неплохо. Ну и, собственно, вот. Вы видите, как сразу же я понимаю... что падает луч. Сам того не зная, построился здесь. И мы можем смотреть, когда падает лучик. Что в нем пока что не знаю, но это мы обязательно узнаем. Так, большая грядка села на диплодок. Но это мне ни к чему, пускай торчит, ждать его точно не буду. Вот, сделал такой маленький домик, чтобы был, чтобы хотя бы немножко, хотя бы хоть как-то. Кормушка встал сверху, чтобы место не занимало. Ну и, собственно, фенрирчик сидит наверху, так как это единственная адекватная площадка, где никто случайно на него не согрется. Такие вот дела. Ну что, в первую очередь томим Анкилку. Почему Анкилку? Потому что... Нет, не потому что, а потому что... Томить я буду с помощью... Так, томить будем же. Почему же? Потому что вот тут реально уже... О, в пустыне Анкила? А, ну возможно. А, почему бы и нет, скажем так. Чё-то я туплю, нифига себе. Так, слушай, погоди. Так вот, почему Анкила? Потому что... А, ну да, здесь у меня телепорт где-то здесь стоит. А ты у нас какой? Ой, это что-то вообще мелко, походу, делал. 135 же. Не, давай уж топовый. Ну, уж раз уж так уж, давай уж тогда уж. Ай, как много уж. Именно за этого я так и говорил. В общем, для чего Анкилка? Потому что я буду томить с помощью вот их. А они добываются, естественно, точнее, ставятся с помощью наркодерики, наркотики и так далее. Собственно, это он добывать будет. А в данном случае она. Почему самка? Потому что самка будет выносить яйца. Такие вот дела. Кстати, смотрите, какую приколюху я хотел вам показать. А, видали? Как красиво. Все чинно и благородно, как будто бы так и было задумано. Аккуратненько, все само сидит, ничего не торчит. Ух, красота. А самое главное, выглядит так, как будто так и было задумано. Единственное, что вот сверху видно, что это воротина-бегематина стоят. Но эти ворота явно делались под вот эти бегемотики, чтобы те, кто будут заселяться здесь, ставили вот так вот ворота, и все было красиво. Эх, обожаю, когда вот так вот делают разработчики карт. Ну, то есть прям реально немножечко с продуманностью. Да не, зачем? Так, ты у меня находишься где? Ты у меня находишься в районе синего обелиска, так что давай... Пыхнемся к синему обелиску, и так будет явно побыстрее. Синий. Здесь у меня, видите, мужаберки, стрелы, лук, арбалет. Также взял криопут для того, чтобы легче было переносить. Нету у меня пока что аргентависа, чтобы переносить Анкилку. И я бы, конечно же, в первую очередь потомил аргентависа, чтобы переносить Анкилку. Но... Сами понимаете, увы, Анкилки у меня, аргента у меня не будет до того, как я не притомлю Анкилку. Потому что где же я наркотики возьму на все это дело? Да.
В общем, сидел я здесь полчасика примерно, вот так вот размышлял, что как где, и в итоге пришел к тому, что я вам рассказал за пару минут. Да. А еще долго виснет игра. Собака прогружается долго. У меня, кстати, иногда такое ощущение, что я быстрее бы на летуне долетел, чем вот так телепортом юзаться. Ну, я имею в виду этот летун, понятное дело, с ускорением. Но все равно вы поняли, про что я имею в виду. Ой, такая дурость, тупость, ты посмотри-ка. Да он где-то посередине был. В общем, короче, зря я телепортировался. Яркость. Кстати, я поставил на паузу, смотрите. Кайф! Кристальчики были... Столько времени потратил на поиск кристалла, кристаллы были и здесь, и в ледяной пещере. Ну, типа пещера, ледяной проход. Короче, они были везде, и я везде их мог добыть. Но, блин, кто бы знал, что они здесь. Да. Тогда я просто болел, и я не додумался карту загрузить. Так бывает. Когда болеешь. Чем вроде легче. Если вот так подумать... А ведь с той стороны было безопаснее лететь. Во-первых, ледяная виверна. Во-вторых, я там моногарма встречал уже. Просто реально было легче пойти по прямой. Это такая тупость. Светлана Галимима. Это вроде бы ничего интересного-то нету. Ну, в смысле, я такие седла рассматриваю как... А что, если я тебя разберу, какие ресурсы я получу? Ну, то есть, вроде как Галимимка, там кожа. Зачем мне кожа? Ну, кожа, волокно, вот это все стандартно, дефолтное. То есть, как бы мне это ни к чему, поэтому... Да. Я обычно такое не лутаю. Ну, я бы тоже за ногу, ты посмотри-ка. Это что тут за махач пошел? Вот это вы, конечно, оборзели. Это моя добыча. Так, я тебя не зацепил? Я тебя не зацепил. А, отлично, я тебя еще и спас. Красота. Ой, я тут, короче, это... Вообще, изначально я хотел притомить нового Диноса. Он добывает ягоды и все в таком духе. И смотрел, как он томится. Ну, не просто решил посмотреть, как он томится, то есть гайд, как притомить, а именно... Какой-нибудь ЛП, ну, летсплей. То есть в ЛПшках ты намного больше узнаешь, нежели в каком-нибудь обзоре. Почему? Ну, вы сами видели. Сколько раз я уже такое показывал. Типа, с одной стороны, да, обзор посмотрел, и там все так легко и просто, а с другой стороны, ты как бы прекрасно понимаешь, что в реальности это совершенно не так. Так вот, в итоге набрал на обзор на этого, на Музлова. Посмотрел, понял, как томить, все дела, и решил посмотреть, что вообще он сейчас снимает. И самое смешное, я сначала смотрю, думаю, обычно Скёрдж никто не снимает. А после того, как я увидел, что он сначала снимал на Айсланде, сейчас снимает на Скёрдж, я понял, что он делает все то же самое, что делал я. Решил таки пройти всю игру от и до. Я не слежу за ним, я вообще егошние видосы не смотрю. Ну, то есть я смотрю только в том случае, когда... То есть мне нужно что-то посмотреть. То есть какую-то определенную информацию, то есть, ну, как многие мои видосы смотрят. То есть смотрят какую-то определенную информацию, и как бы этого достаточно. Вот. И вот так вот как бы я и у него смотрю видосы. Все. Есть, я знаю, люди, которые прям смотрят его и так далее. То есть как бы, ну, как говорится... Это их право, что смотреть. Но, блин, прикольно, что человек тоже как бы за столько лет игры в арк решил, что пора, короче, пройти от и до эту игру. Потому что, кстати, вот у меня пришла, я не знаю, как ему это пришла мысль в голову, с чего она пришла, эта мысль в голову, пройти весь арк, у меня эта мысль пришла в голову, я вроде даже это говорил об этом в видосе, ну, в начале, в первом еще сезоне, мне эта мысль пришла в голову после того, как охрененный желтый луч, лазерный прицел, спасибо, я лучше белый луч залутаю, от него будет больше толку.
Так, что, возвращаемся на базу? На базу, да, естественно, что, мне нужно сделать седло, мне нужно добыть немножечко ресурсов. Вот, мне пришла эта мысль в голову играть, пройти игру от и до, потому что я уже понял, что Genesis 2 это финал. Да, ну это у меня пустыня, замок это мой дом. Почему? Точнее, из-за чего? Из-за того, что начались рассказы об Ark 2. И я после этого понял, что выйдет-то Ark 2, а я еще и Ark 1-то не прошел. Конечно, после этого уже появилась информация о том, что это будет немножко... О, здорово, гиббоны, мать вашу. Вот, из-за этого нужно застраивать все это дело, чтобы они тут не спавнились. Здесь просто место их спавна. Ну вот. То, что Ark 2 выйдет немножко не такой, как Ark 1... И все в таком духе. И вот с этими мыслями я что-то, короче, и решил поиграть в карты, в DLC-шки бесплатные. Ну вот, как бы так. То есть, сначала были мысли пройти просто игру, а в итоге, короче, я понял, что Ark 2, как вариант, может стать совершенно не тем, что я жду, и я лучше тогда DLC-шки пройду. Вот, бесплатные. Или как называется, стелсы... Серьезно, да? 150-й. А с другой стороны, зачем мне Питер? Блин, это самка будет яйца выносить. Там самца можем притомить. Так, Анкила, у нас с тобой сейчас будет еще работа. Ой-ой-ой-ой-ой. Похерялась чутка запись, по-другому я это назвать не могу. В общем, суть в чем. Я стусовал в тот район, где у нас растут цветочки. Да, у меня там какое-то число было, около 500, то есть, если не ошибаюсь, что-то 800 с копейками. С всех вот тех вот мест, то есть... С того всего места, где растут цветочки, с помощью анкилки я добыл такое количество цветов. Пофигу. Поделите это число на 10. Без проблем. Допустим, рейты у меня такие огромные. Не, у меня рейты не такие огромные. Это локалка, она считается рейт немножко по-другому. Но! Даже 800 цветов с одного места, это очень дофига. С помощью анкилки. Да, стоит учитывать. А если не анкилка добывать? Анкилка не самый топовый добытчик травы, если что. Прикиньте, это просто безумие. Мне больше, короче, цветов, и это... цветов грибов точно не нужно. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Так, свистаем всех на пассив. Почему? Потому что я сейчас буду стрелять, и есть шанс, что Фенрирчик тогда бы на меня сагрился. Точнее, не на меня, а на Редикуруса. А мне это не нужно. Так, закидываем вот это... Мажабери. Мажабери. В Птеранодоне, ну, допустим. Отлично. Хавает. Как говорится, мне больше не надо по левлу, этого будет вполне достаточно. Так. Хавает, и все отлично. Тебе ставим обратно поведение на нейтральное, чтобы, если что, он дефл. Кстати, яркость надо вырубить. Хоп, почти. Поронять, отлично. Дерикурус. Притомлен. Так. И седлушка. Ха! Я тут что вспомнил. О, аж два седла. Тут у меня для него более топовое седло есть, нежели обычные дефолтные. Пара-пара-пам. Ну, также скорость. Почему? Ну, потому что зачем еще что-то больше? И теперь я могу лутать камень в больших количествах.
Да, бур, все дела, это все сделает, но в плане камня все-таки Деликурос поинтереснее будет. Тем более камень у нас спавнится на базе. То есть, типа, далеко вообще ходить не надо. Ну, на базе, рядом с базой, недалеко от базы. То есть, прям, можно так сказать, в упор. Ну, соломку тоже надо будет спускать. Потому что дерево у меня будет добываться бензопилой прям ахово и адово, как сильно. Естественно, скорость. Нифига себе, ах, что ты так быстро прокачался-то сильно. О, задовидали, как быстро бегает теперь. Вот, поэтому и качаю скорость. А ему урон нафиг не нужен, если так надо пошло. Да, урон, возможно, увеличивает добычу. Ой, да я не обломаюсь и еще один камешек добуду. Зато для соло-игрока, когда тебя на Аргентависе не возят, очень удобно быстро бегать. Прям очень удобно быстро бегать. И смотрите, уже сколько камешка. Просто огонь. Пау. Кайф. Ну и что не менее важно, это то, что обзор. Обзор, мать его, за ногу, освободился. Так, всех на пассив, тебя снова на нейтралку. Бляха-муха. Забыл, что я буду еще менять. О, у Деди Куруса. Так, а что у тебя тут в инвентаре? Ё-моё, ты что, с кем-то дрался, что ли? Вроде бы не должен был. Так, давай, вытаскивай свою голову из моего дома. Красава. Я потом вам сделаю отдельно что-нибудь. Какое-нибудь помещение. Так. 48, отлично. Здесь у меня. Еще вот так вот. Что у меня здесь? Здесь у меня делается... И еще. Вот как-то так. Блин, так все, места мало. Прям ужас. Папар-папам. Вот это и два. Как-то так. Ну да, сейчас притомить птерчика. Раз уж здесь рядом. И пойдем уже. Так, мясо есть? Мясо выложил. Блин. Сдриснул с моей территории. Ну, значит, судьба. Нафиг мне этот птерчик. Почему? Ну, я сейчас там буду томить. Это... Вот, там бабуины бегают. Мне нужно сначала их отбить и так далее. Нафиг это надо. Лучше что? Правильно. Пойдем томить. Да. Пойдем томить Аргентависа. Аргентавис. Выбираем большущий левел. Тоже выберем, наверное, все-таки же. Почему? Ну, чтобы тоже яйца неслись, и это будет лучше. Как-то далеко. И это неизведанная территория. Как-то блин. Ну-ка, по дистанции... Ой, лайф. Зачем мне лайф? Эйдж! Так, дистанция. По дистанции вообще только мелкие левела здесь все. Окей. Левела так левела. Ну, посмотреть тот остров, да? Почему бы и нет, к примеру. Ну, блин, там здоровья очень много вкинуто. Значит, вес, к примеру, будет меньше. Мне вес довольно-таки нужнее, по идее. По идее, вес, выносливость, по идее, нужнее. А вот это разведанная территория уже. А вот тут остров не разведанная территория. Ладненько. Берем птерчика и погнали. Погнали. Уи! Туда. Сейчас пролетаю мимо и вот смотрю, летит как циркуатор. Вот народ, реально. А он сейчас вообще нужен? Вот
если так подумать, раньше решил, короче, на остров сгореть, там, тем более, самец 150-й, сразу двоих притомлю. Раньше от Кецалькоатля был огромнейший толк. Это огромная переносная база, летун, все дела, вот это вот и все. Смысл был. Тем более, когда его можно было прокачать в плане скорости. Смысл от него был вдвойне. То есть он быстрый летун и так далее. Сейчас его вообще, ну, если вы знаете, на PvP, к примеру, томят. Вот, не шутя, я вот вообще, я просто сейчас не понимаю, а какой в нем смысл. То есть даже я, когда его томил, я его томил, ну, для ачивки, по большей части. О, добрый вечер. О, ты ж посмотри, какая тут построечка прикольная. Озеро рядом. Развалинки, все дела. Прикольно. Да, здесь больше ничего нету. В общем, да. Я реально, я не понимаю, а есть ли вообще в нем сейчас смысл? К примеру, вот тот же самый скиф. Да, допустим, скиф... Ты серьезно в скале? А, вот, отлично, ты из скалы вылазишь. Здорово. Так, вот, наверное... Ой, добрый вечер. Чё это я к тебе в упор вот увлекся, уселся, точнее. Я просто реально не понимаю, нужен он или нет. Да, допустим, скиф создать тяжело, но... Потому как в целом томить это Кецалькоатля, как по мне, скиф поинтереснее будет создать даже. То есть ты полегче в этом плане. Как-то вот такой вот, такие вот мысли у меня появляются в голове. Я поэтому не знаю, есть ли в этом смысл или нет, вообще, ну, в смысле, в Кецалькоатле, но я в нем реально смысла не вижу. Оп, отлично. Упал, отжался, спать. Так, две стрелы, это хорошо. Отличненько. Так. И где-то тут тоже еще один аргентавец, но самец тусуется. Тоже 150 левел. Пускай будет. Ну, прям реально, пускай будет. Поэтому я думаю, наверное, и Птера тоже 150, его лучше сам притомлю. Ну, они яйца будут нести. О, там грифончик, что ли? О, прикольно, 45-й. Какой сильный, мощный Птернодон. Так. Лети за мной. Ты сейчас будешь лететь за мной, ты точно знаю. А вот теперь... Опача. Спать ляжешь. Отлично. Раз две стрелы, это все просто супер. Ом-ном-ном. Супер. Вот такие вот помощники у меня теперь есть. Не, вот слушай, все-таки новые аргентависы, они поприкольнее выглядят, чем старые. Вот старые, они были убогие. Новые так конкретные, такие боевые, такие прям, ух, гордые птицы. А старые какие-то были не очень, если честно. Вот как вот вспоминаете вот это вот, сколько было это лет назад? Ого-го. О, сколько металла тут. Ух, сколько тут металла. Ну, допустим, но потом. Да, у меня ж... Я не на одного из них трекер не повесил. О!
Я ж могу вернуться с помощью этого. Ха! Все-таки есть что-то в этом такое, когда добываешь анкилкой металл. А, что-то такое забытое. Бур, это, конечно, клево. Но анкилка это прикольно. Бэм. Хе-хе. Вот, кстати, давай проверим. Вот, допустим, анкилка 341 вес, да? Берем вот сюда. 341, запомнили. Залазим в синокропса. Чуть-чуть не дотягивает. Чуть-чуть. Было 341, стало 378. Вот и как бы чувствуете, да, насколько это разница. Хотя здесь, по факту, в 4 раза, 4, в 6 раз, да? Даже меньше становится. Или в 5 раз. Ну, в общем, в 4 раза меньше, как я и говорил, да? Это клево. Это клево, то есть абсолютно все вот это вот можно скидывать туда, еще меньше вес станет. Блин, прикольно. Рюкзачок, конечно, кайфовый. И никаких модов на рюкзаки не нужны. Только вот притомить нужно его, сгонять на кластер и все. И не более. Так. А мне нужно сделать вот так. Ну, чтобы можно было с собой его призывать. Хм, прикольно. А заюзал крик, у них 25 хп отнялось. Вот это Геандона. Я так не спорю, не забрался, как работает крик, но я посмотрел ролик по лососям, в смысле этот, промо-ролик, ну, вот, от разработчиков, и там он типа Геонодонов пугает, я решил проверить, смотрю Геонодонов, решил проверить, почему нет, и да, это прикольно, он реально пугает. Да, сейчас у меня, конечно, крик еще в откате. Но опять-таки же, вот, допустим, 55-й, это вот 25-й левел, да? Три, два, один, ну? Бэм! И реально, да, они испугались. Прикольно. Ягодку заодно добываю. И реально, смотри, они прям сейчас даже дальше бегут, чем до этого. Хм, прикольно. Интересно даже все-таки, на кого работает. То есть, получается, на мелких, да, существ это работает. На больших, конечно, Рекса явно это вряд ли испугает. Вот, но на мелких существ это, конечно, тоже что-то прикольно. 130-й, интересно. Интересно. Интересно, давай подождем, пока крик откатится. Сработает, не сработает, я пока добуду немножечко ресурсиков. Кстати, левелапочка. Так. Давай пробовать. Ну, естественно, это вряд ли бы сработало. Но тут, возможно, по левелу работает, возможно, по размеру работает. То есть тут тоже как бы стоит учитывать. То есть, как бы, не все, так сказать, просто так идет. Не знаю, зачем я добыл. Ну, чтобы, наверное, труп не валялся, я не знаю, зачем. Мне просто в целом, что кожа, что мясо, вообще ни к чему. Так, а ты какой левел? Угу, интересно. А, ну, крик я не могу заюзать, так что... Не проверим. Кстати, кто из металла? 10 тысяч. Да, я скинул ресурсы, вот эти вот, синмакропса, чтобы еще больше веса было, больше вместимости было. Блин, здорово. Теперь вот то, как бегает быстро, прям вообще огонь. Конечно, да, быстрее и больше, чем анкилка, добывает металл и ресурсы только страйдер. Ну, слава богу, все-таки, слава богу, страйдер находится только на читерной карте Genesis 2. Почему читерной? Потому что там очень много халява. И после Genesis 2 прям привыкать к нормальным картам очень тяжело. Почему? Потому что читерная карта, на которой очень много ресурсов. На халяву. Просто так.
Поэтому это читерная мотива за ногу карта. Ну, как бы, а с другой стороны, это типа финал, все дела, и там как бы и без этого много всяких механик, чтобы тебя еще нагружать обычной механикой по добыче ресурсов. Хотя, с другой стороны, вот на фьордах, да, там поинтереснее сделали в том плане, что это... О, давай. Пошли вон, тебя, уроды! Ну, я представляю это примерно так. Но Геонодонов работает. Это уже хорошо. Ай, господи. Конечно, надо у меня на базе бегать добывать, но здесь так много кустиков, что давай добудем здесь. На базе-то у себя добыть всегда успеем, но здесь слишком много кустиков, и это все добыть очень кайф, потому что за один куст добываешь сразу несколько кустов, а не один. Потом вот так все в кучу. Не, перебор. Вот так все в кучу. Блин, 4000. Офигеть, вот наркобариков добыл, так добыл. В общем, ягод я добыл, теперь вообще огонь. Все на макропса. И все скидываем сюда. И сразу же вес уменьшается у анкилки. Сами увидите, насколько. О, и далее. Вот такие вот дела. Прикольно. Очень прикольно, когда вот реально берешь синомакропса и не паришься, на анкилке добываешь абсолютно все. То есть ты без забот можешь добыть абсолютно все ресурсы, какие нужны и не нужны, и скинуть в него, а витал уже в анкилке, собственно, будет лежать как положено. Конечно, не знаю, зачем я спустился сверху, мне сверху нужно было металл добыть, по идее. Но я спустился, решил добыть все-таки травы. Ведь все-таки не в последнюю очередь я томил для... для добычи травы анкилку. Да, анкилку для добычи травы. И я такой, я могу. Хм, интересно, это махач приматов? Это реально махач приматов? Причем он на него просто побежал, сагрился. Либо здесь еще был какой-то гигантопитек. И смотри, все. И типа такой, ну ладно. И пошел. Что это сейчас такое было? То есть он мудохал Динопитека. И такой... Динопитек такой, братан, не бей, лучше басы. И такой, ну ладно, басал и пошел. Че? Это было. Это было как минимум тупо. Тупо и непонятно, как минимум. Ой, ну и опять-таки же, видите, да, опять все тут подзаспавнилось у меня на базе. Да, нужно будет по территории раскидать фундаменты, чтобы они у меня не спавнились. Ну а зачем мне это все добро здесь? Зато вот камни около базы не спавнится уже хорошо. Ну вот, собственно, про что я и говорю. То есть, хоп, и уже здесь не спавнится. А стоит только немножечко все это дело добыть. Ну вот, как-то так. Помощники приручены. Можно спокойно приступать к строительству. Что будет дальше? Да черт его знает. Возможно, займусь строительством, возможно, пойду по пещерам, возможно, пойду томить какого-нибудь Диноса, который, собственно, на этой карте только, так сказать, уникальный этой картой. Возможно. Возможно, нет. Кто ж меня знает, что будет в следующей серии. А что будет, узнаем, собственно, позже. Ну, а я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.